В администрации городского округа Домодедово получили федеральные награды 19 медиков Московской области за борьбу с коронавирусной инфекцией. В списках награжденных главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев. Врачи Подмосковья получили различные награды. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Их вручила заместитель министра здравоохранения Московской области Нина Свешникова. Вы каждый день вкладываете душевную теплоту. Как говорили классики медицины, лечить нужно не болезнь, а больного. И они были абсолютно правы. Вы не словом, а делом каждый день в своей рутинной работе это доказываете. Кавалером ордена Пирогова стал и главный врач ВРКБ Бутай Бутаев. Эта государственная награда, в числе прочего, вручается за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Бутай Бутаев считает, что этот орден – достойная оценка работы всего коллектива Видновской районной клинической больницы. Я искренне разделяю, значит, эту награду с моими сотрудниками. Я действительно благодарен судьбе, что жизнь меня связала с таким хорошим, высокопрофессиональным коллективом, ответственным. Желаю, естественно, всем крепкого здоровья, успеха во всем и сил. Буквально с первых дней пандемии на базе ВРКБ было открыто отделение для больных ковидом. При этом помощь оказывалась коронавирусным пациентам с травмами и такими серьезными недугами, как инсульт, инфаркт, онкология и многими другими опасными заболеваниями. На недавнем совещании губернатора Московской области Андрей Воробьев в связи с уменьшением количества больных COVID-19 объявил о начале сворачивания таких отделений. Но в Видновской больнице это пока не коснется. Мы по-прежнему остаемся ценными своей многопрофильностью, и поэтому здесь, ну, наверное, сложно прогнозировать и сложно нам думать об этом. Будем перепрофилироваться в обратную сторону только тогда, когда, ну, действительно будут какие-то все признаки для этого дела. Также среди тех, кто получил высокие награды, сотрудники Домодедовской центральной городской больницы и Московской областной станции скорой медицинской помощи.